Упала, встала и играет дальше. Таня Тетерина, хоть и девчонка, а слабину в футболе не дает. Иметь дело с мальчишками ей не привыкать. Тренируются вместе в школе-интернате. Хотя за 10 лет игры с мячом, говорит, бывало всякое. Ну, страх есть чуть-чуть. Вдруг там пнут или что-то еще, или сломаешь что-то. Страх есть чуть-чуть. Травмы есть, были. Нога была, болела сильно. Потом синяки были. А тебе поблажки мальчики дают или нет? Дают. В этот раз поблажек нет. Да и как еще? На кону поездка в Лондон. Встреча с футбольным клубом «Арсенал». Противник Таниной команды шансов ей не дал. Со счетом 6-1 лидер громит «Интегра». Первый гол в этой встрече забил Александр Михайленко. Игрок сборной Белогорска мечтает стать профессиональным футболистом. Потому и в кумирах у него настоящий профи. Я смотрю, когда «Барса» играет или «Аргентина». Потому что там «Месси». А ты за кого болеешь? За Месси. 3 шага до Лондона. Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. При поддержке властей области и города проводит их один из сотовых операторов. В Благовещенске 10 амурских команд делают первый шаг. Только 2 сильнейших продолжат борьбу во Владивостоке. Победителей дальневосточного этапа ждет еще один шажок – поездка в Сочи. Там и станет понятно, кто поедет в Лондон. Благовещенск надеется, что это будут его юные герои-футболисты. Оксана Коростеленко, Андрей Белый. Программа «Город».